очень понравилась мне ярмарка, и я приобрела шарф, сделанный в Крыму. Мне нравится очень такой шарф. Я рада, что наши крымские гости очень украсили эту площадку. Столько мастер-классов, интересных встреч получилось на этой площадке. Колоритные работы привезены, мастер-классы здесь проводили, провели в районах при выезде. Группа замечательна совершенно. Я признательна Крыму за такой подарок Татарстану вот в год столетий. Я приготовила заранее, значит, платочек, подрамник, рисунок. У меня приготовлен заранее только потому, что это долгое производство. А у нас люди, конечно, им хочется шоу и быстро, и чтобы интересно было. В этом случае я заранее готовлю все, а потом расписываю. Мы сейчас лепили из глины. Мне понравилось все. От того, как я тактильно ощущала глину, от того, что я лепила, вплоть до того, что был потрясающий мастер, который объяснял все четко и понятно. Я работаю учителем, поэтому вот те знания, которые я сейчас получила, я обязательно продемонстрирую своим ученикам. Очень понравилось. Во-первых, мастера талантливые, техника интересная. И я вообще люблю все рукотворное, а на наших глазах провели еще мастер-класс по батику, и на наших глазах, ну, рождалось чудесное панно. Причем такими точными мазками, что удивительно, очень познавательными были комментарии о традициях, о том или ином изделии. Ну и доброжелательность крымчан тоже произвела очень приятное впечатление. Не могли не привести вам традицию крымских татар, угощение гостей кофе. В наших домах очень уважают мужчин. И, конечно, за столом в первую очередь всегда все подается мужчинам. Мы так и сделаем. Рахмат. Хайрли кен сизга. Приехав из Крыма в такую далекую дорогу и не показать Крым без нашего крымско-татарского кофе и без наших сладостей, наверное, нельзя было. Поэтому кофе, сладости – это по-нашему, конечно же, угостить всех гостей, всех, кто останавливался возле наших рядов. Это было по-крымско-татарски.